паре молочки, да, сегодня на характере, на воле, на желании, да, все бились, все красавцы. За счет этого, да, мы отыграли очень хорошую команду. На характере. Только на характере, да, молочки парни, спасибо. Мужики, красавчики, Хмель, красава. Забил важный гол, нас завел в раздевалке и вышел, показал своим примером. Мужики, я считаю, здесь каждый своим примером и своим характером показал и завел команду. Поэтому это наша общая победа. Все красавцы, давай дальше. И у нас, кстати, еще одно событие. У Жеки Бирюкова дочка родилась.